Всем привет! Вы на канале еще один худ, и мы продолжаем Expedition Rome. У нас здесь встреча с предводителем галов. Hail, Legate. Before we begin, I have brought you a peace offering of sorts. Please accept this bow. Так, интересный лук. Изготовлен весьма искусно, благодарю. It is made from a yew anointed by druids, in tribute to a god we call Ogmios. He can be likened to your Heracles. Ogmios possesses the power of persuasion, which can enthrall men and control them more than strength. You strike me as someone who understands this well. I bring you some interesting news. Так, ну, I have found your aggressors, the mercenary tribe that's responsible for the attack on your home. Так, я желаю, чтобы их передали мне незамедлительно. That would be impossible, since they have, how shall one put it, expired during our interrogation. Так, действительно досадное происшествие. They have confessed before meeting their deaths. It did not save them, but still, it appears the spearbearer's tribe was paid handsomely by a Roman spy. Ну, как я и опасался. As we both feared, but there's a silver lining here. This means your invasion is unjust. I will see to it that this spy is caught and handed over to you. You, in return, must agree to stop your attack on my lands. Так, нужно, чтобы ты дал показания в Сенате, только тогда я смогу прекратить войну. Stranger things have happened. Let us catch him first. Vale, legate. Until next time. Так, ну окей, то есть, собственно, скорее всего, это... наш консул там бедокурит. Так, что у нас тут? Серьезный переплет, менгир. Давайте так посмотрим, что нам нужно, чтобы дойти до туда. Так, хорошо. А куда это ведет? Это куда-то вправо, прям. Прям сильно вправо. Ну, давайте двигаться, наверное, в ту сторону. Тогда. Давай сюда в колодец сначала. Так, тут сектор завоеван. Отлично. Там сейчас вернется, мы продолжим захватывать здесь. Так, водопад. Сегодня на ваш приятный сюрприз над кристально чистым озером, полным рыбом. Видно, поскачанная все это мать. Да, давайте порыбачим. Так, что у нас там? Так, почему нам? Нет, до сих пор не пошли туда. Так, что это у нас такая? Какая-то пещера. Его воины заняли позиции в большой пещере, откуда они совершают набеги на своих врагов. Вот, кстати, возможно, нужно с ними разобраться там. Давайте попробуем зайти. Так, ну что у нас тут? What are you looking at? Move along. Интересно.
If there is anything I or my people can do for you, please don't hesitate to ask. Так, ты куда приветливый вождь, с которых мне прикосновение дело? I'm not sure it is. I guess the people of Gallia Belgica are just warm-hearted and nice. I personally always believed in the utility. Так, мудро сказано, что можно сказать компромисс. We are all humans, after all. No matter where we are from, we all. Так, там бревой, кстати, правда так зовут? A king earns his name performing certain deeds, and by the way he rules. Так, это служба в своё время. To all you can spare are many people in Gallia, and although we share certain traditions, we are of different ancestry. Thus, people also. В Риме есть для этого консул, мы сами выбираем, кто нами правит. Ага, то есть, видимо, я ничего тут не могу сделать. Видимо, да, это все места для каких-то квестов. Смысла сюда идти, не имея квеста, но, видимо, нет. Так, что у нас здесь? Непонятно что. Давайте подвигаться. Месть кабанов. Ваше напряжение вдруг прерывается злобным урчанием. Все, всем брось поклажу и бежать. Ну, давайте, спасайтесь. Сейчас совсем мне невыгодно возвращаться назад. Так, что с легионом? Так, он там еще не все захватил. Так, а что там за лук нам дали? Лук 3. Ну, урон какой-то совсем слабый. Шанс критического удара зато высокий. Но не, нам такое не подходит. Однозначно. Так, вражеские передвижения. Так, сюда. Ну, это как раз там, где у нас легион. Не имеет смысла тогда никуда двигаться. Так, что у нас тут какой-то город прям полноценный. Ага, ферма. Ростал опыта есть. Давайте убедимся, что легион возвращается. Да, легион там возвращается. Хорошо. Так, лесной пожар. Сперва замечайте, как вам будет животное, чем давать полноценный запах. Пока он не окружил, у нас иного способа нет. Надо вернуться к путям, к которым пришли, и поскорее. Да, так кстати, случилось не случайно, как только вы... так, бести удалось избежать ранения. Вы из ваших патрианцев ранены, то тут нападают враги. Ничего себе, вот это, конечно, засада с пожаром.
Так. Что у нас здесь? Нужно 8 забрать. Целая куча лучников. Прям нехорошо. Прямо скажем. Так, ну хорошо. Конец хода. Так понимаю, пешек тут. Ага, они все с этой стороны. Там мечник. Тут 26 жизней. Ну, на самом-то деле... наверное, будет выгодно сюда выстрелить. Отлично. Так, хорошо. Что у нас еще здесь? Он никуда не доходит, как и тут. Никуда мы не доходим. Давайте попробуем. Логистика. Ну да, это в целом неплохо. Давайте попробуем, подходим сюда. Тут 20 жизней. Так, нет, да, все-таки попробуем его. Вот так сделать. 6 урона. Так, не забрали, придется использовать этот. Так, теперь нужно, чтобы кто-то ему снял 11 щита. Скользящий. Так, ну даже если нажму гонку, мне нечего делать с ней. Так, тут подходим. Что тут? Технически можем нажать марафон. Давайте так и сделаем. Двадцать. Давайте уклонение. 2 урона осталось. Гонка, недорогой выстрел и дефект. Так, хорошо стоим там. Тут я не добегаю. Вот добегаю. Можем встать здесь. В целом испуг, но испуг тут никого не возымеет эффекта. Хорошо. 14-18. Оглушение к врагам. Ну да, давайте сюда. Вот так.
А что такое? Один скользящий какой-то. Сплошной скользящий. По 20 жизней, но сдвинуться я не могу. Давайте, крит. Отлично. Давайте гонка. Остался один. Давайте сюда. Так, ну, кстати, вообще легко она забирает. Ну или нелегко. Ах, необходим свободный векс. Ну ладно. Но в целом было нетрудно. Так, где-то я еще видел сундук. Вообще-то я его открыть не могу. Ну ладно. Давайте хоть соберем, что здесь есть. Так, ну и поехали дальше. Так, что там наше? Ага, там идет нападение еще. Так. Дошли они наконец-то. Так, что у нас здесь? Да, можем чуть сократить по лошадям. Which formation shall we use? Так, ну и конечно же мы. Да, нам нужно совсем чуть-чуть, чтобы не дошло до трех. Нет, конечно, по артиллерии. Хорошо, пошли. Давайте дать залп из катапульт. Так, что мы можем здесь сделать? Минус 3 лошади. Наверное, не очень. Давайте так. Оборонительное противодействие. Так, ну и снова же требовать выкуп. Так, мы сразу, наверное, будем атаковать сюда.
Так, торговец Мингиров. Вам, как следовало ожидать, находится торговец Мингиров на лесной просеке. К деревне прислан большой Мингир, а рядом с ним беседуют по душам два гальских воина. Один из них, с виду на весьма оживленный человек с впечатляющим шлемом, другой, вероятно, самый крупный из людей, что вы вообще видели. Вы не понимаете ни слова. Промолчать. Так жестом можно предположить, что речь идет о пяти, а здоровяк явно хочет от пяти сляжки и не скрывал слова Гала. Его ступник тюр-тюр... Ага, это походу Астерикс и Обеликс. Так, достать фляжку с вином и предложить ее здоровяку. Оба Гала смотрят на вас с недоумением, затем раздражаются хохотом. Здоровяк начинает повторять одну и ту же фразу, видимо, про безумных римлян. Невысокий Гал показывает на пальцах, во сколько динариев вам льется Мингир. Для камня сумма выходит немалая. Мы просто убьем вас. Давайте заплатить 1500 динариев. Это у нас есть. Как вы платите огромную сумму, происходит нечто невероятное. Большой Гал поднимает огромный камень так, словно тот ничего не весит, и протягивает его вам. Когда вы не реагируете на это, Гал просто ставит камень у ваших ног, затем странная парочка уходит, не говоря ни слова. Перевести этот мингир обратно на вершину горы будет очень трудно, но зато вы в свое потребились. Так. Ну да, как бы... Я ожидал встречу со Стриксом и Обеликсом все-таки здесь. Ее и получил, пусть их имена тут и не назвали. Так, давайте пока что сюда. Разведаем тут город, заберем эту... Так, грибная поляна. Что я уже помню, это плохо закончилось. Так, что у нас тут логистика, либо артиллерия. Давайте с артиллерии зайдем. We are ready to deploy the legion. Угу. Можем еще минус один логистики, но это не очень хорошо. Давайте вот так вот. Как раз минус конница, но плюс остальное. Так, что у нас здесь? Можем артиллерию и чуть логистики поднять. The enemy line is breaking. Да, давайте рассеивание врагам, это то, что нам нужно. Для центурионов нехорошо. Прирост ресурсов, восстановлены легионеры. Удалось избежать ранений. Давайте лучше улучшенная эвакуация. Ох. Двое погибло, ничего себе. Уже вот тебе 25%. Так, усмирение, да, нам еще сюда нужно будет он прийти. Пусть пока лечится, там посмотрим. Что у нас такое? Деревня Лугдум. Так, ну давайте сюда. Так, давайте, я думаю, мы должны успеть дойти. Так, пусть лечится, что-то у нас с арсенала все исчезли. Давайте сюда. Так, нам тут нужно центурионов, на самом-то деле.
теперь. Давайте посмотрим, что у нас тут по найму. Так, есть уже тут несколько прокачанных. Ну, маловато. Давайте кого-нибудь отправим для рекрутов. 35 часов. Так, локации. Давайте подождем обновления палатки. Нет, пока текст не захватит полностью. Так, что у нас тут? У нас покладистый. Щиты артиллерии. Травмы, переломы. Здесь разведчик. Но, к сожалению, сказать, что прям супер полезное здесь есть, я бы не сказал бы. Давайте, наверное, этого со щитами. И еще кого-нибудь со щитами. Или вот тут всего по чуть-чуть, кстати, тоже неплохо. Правда, нерешительность у него. Лояльность, нерешительность. Ну, это, кстати, один нерешительный, но это ничего страшного. Я думаю, мы должны с этим справиться. Seems the supplies finally started coming in from the Aedui. Their chieftain was sure. Yeah, давайте купим сразу припасы. Brother, to depose him. Patrolling these forests is very nightmares. He's in charge of that tribe now. Moving shadows and prowling wolves. The ghouls are adept at moving unseen through the wilderness. It seems these barbarians are quite good at cut the head off the snake. Away, Legate. Так, здесь так называемый повелитель волков и убить его. Окей. Идемте глянем. Так. Ага. Так, цена древесина. Да, посидим, отдохнем. Хорошо. Так, ну и кого мы туда отправим? Давайте на бестию. Mm.
А почему его... Серьезно? Ну, на одного меньше я бы не хотел бы. Так, решительность. Хотя, может быть, мы и на одного меньше справимся. Поехали, попробуем. For me at last, have you? You'll never take the Wolf Lord alive, Romans! Так, убить предводителя. Так, что с вода? Давайте так. Тут одна пешка. Угу. Ну, в целом неплохо. Окей. Четыре жизни у него. Так, давайте тут. Что у нас 20-30? В целом он на самом-то деле и без скрыта должен забрать. Так, хорошо, тут 36 жизней. Так, давайте подходим. Сто процентов шанс на успех. Ну, давайте поджигаем. Предположительно. Так, что у нас там? Тут пешка, но далеченько. Ага, там еще лучник вон слева. Ага. Неплохо. Угу. Чем-то не видит. А так хорошо. Это точность и 30% шансом. А теперь два выстрела сюда. А, он, получается, был пешкой. Ну ладно, хорошо. 24 жизни. Так, мы не видим. Что у нас здесь? Ловко. Можем заставить здесь выйти. Так, окей. Ну и стоим тогда. Нет здесь смысла двигаться. Existed.
filthy barbarian! My lands, I can blend right in. Children of the earth, may the will of Tutatis invigorate. Let us split up. We'll meet over there. Let's protect it together! That really hurt. Robin, he's alive! Ну, тут их прям много, ну ладно. Так. 24 жизни здесь. 6-7. Так, ну давайте сначала подходим сюда. Ничего себе, прилег, хорошо. Так, давайте сюда, берем факел. Взял. Цель не видна. Да, сначала сюда. К сожалению, я не вижу его при всем желании. А нет, вижу. Ой, только сам себя поджег. Так, хорошо. Давайте сюда. Крит. Скользящий, как нехорошо. Попал так. Прям грустно. Да, у него последнего осталось какое-либо движение. Жизни, но в целом он его забирает. Ха-ха-ха.
Или поддержка? Ну нет, поддержка нам, наверное, не подходит. Четыре, пять, да, его не... Этого будет недостаточно. Так. Давайте зажмем, чтобы мы не вышли. Так, и... На самом деле тут нужно отходить. Сложный бой. Так, тут разрушитель. Лечение есть? Есть чуть-чуть. Так, тут 22 жизни вообще у ребят. Ну, будет крит, скорее всего. Так, что у нас здесь? Так, тоже лежит внутри жизни. Кстати, опять бочка с маслом. Сколько у него движения? Движение у него, кстати, хорошо. Факелов здесь не осталось, если лечить. А, на него еще лечение не действует, потому что он отравлен, кстати. Вот это реально плохо. Ха-ха-ха.
Так, ну давайте попробуем шаг вперед. Угу, еще и кровотечение сразу. Так, 3 единицы концентрации. Одна жизнь. Тут что, вдохновение можно на самом-то деле. Так, 8 жизней. Так, ну в огонь, наверное, не хотелось бы заходить. Так, движения у него кончились. Просто бочка сюда, я не могу ее поднять. Так. Давайте там уже поджигаем. По полной программе. Очень далеко этот босс стоит. Так, не осталось факелов. Давайте проходим сюда. Так, он походу промазал. Ой, там еще и ловушка была, ну что такое? Тринадцать, 15. Хорошо. Его мы забрали.
цель не видно. Окей. Так, что у нас тут? Можем... Подошляющая речь, но не так уж и много она полечит. Да, тут, видимо, нужно было сразу заходить в дом и пытаться забирать. Что, лояльность потерял? Точно. Они двоих вырубили. Да, без шансов, он слишком сильно далеко убежал. Тут нужно начинать заново. Так, ну и что мы можем сделать? Здесь на 10 29 жизней. Ну это, кстати, возможно. Мне так кажется. Так, да, он доходит сюда. Хорошо. Лучник. Чего так мало? А, нам будут уже бы этим стрелять, ну ладно. Так, что еще? Здесь 8-11. Ну давайте. Скользящий. Так, после каждого выстрела по цели персонаж ставит очко 10. Точность снижается на 33. Давайте попробуем. Давайте попробуем заставить его выйти отсюда. Убежал сюда. Ну это, конечно, не очень. Так, не понял, почему я не могу разломать дверь? А, потому что это и не требуется. Окей.
Так, ну тут все просто. Мы тут нажимаем здесь управление. Марафон. Так, что он заходит он? Так, ну и сейчас нам нужно просто дать максимум. А, добить его нужно. Ну, это было проще. Сразу бы так. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Что тут ничего нет. А, тут нужно было нажать. Да, он еще сундук. Не могут поднять с него. На, видимо, завис. Давайте глянем, что там по навыкам. Ничего супер полезного. Так, ну, сектор завоеван. Давайте отправляемся на легион и параллельно идем сдавать этот квест. Так, вражеские передвижения. Так, на куда они идут? Ага, туда же. Так, и кому мы тут что должны? Сыну, можно сказать, верховного друида. Будет ли он рад? Так,
Те купцы были странными. The people of that village have a reputation for being fierce, yet strange. I have no money with which to compensate you. Perhaps this will be a good deal. Так, тогда будем считать, что мы в расчете. That is generous of you. May the three look kindly upon you, despite. Так, еще и уровень получили. Я только не понял, что он мне дал. Алмазный щит, непонятно. Деревка, деревянные щепки. А, нафта, вот он мне что, для греческого огня. Окей. Так, навыки. Что у нас здесь? Транспортинг базовому урону для использования щита. И стойкость. Стойкость нам не очень нужна. Так, 20 урона щита, когда сила на максимуме. Безупречная защита. Даже не знаю, давайте на таран. Так, здесь у нас тоже все прокачано. Здесь нам нужно еще одну очко вложить. Выбора у нас не особо. Да, давайте вдохновение. Вот я, кстати, все-таки вдохновение, наверное, поменял бы с порчей местами. Так. Что у нас тут? Давайте жажда. Поддержка, но на самом деле нам особо ничего не нужно. Пробивающие выстрелы. Найти слабое место. Давайте вот выстрел с подвохом. Точность не помешает. И давайте двигаться дальше. Так, там у нас нападение, а тут нам в этот город. Наверное, да, так и пойдем. Нужно ли нам сделать еще один греческий огонь? Я не уверен. Давайте надо двигаться сюда. Так, находимся вон ты лагерь. Давайте собрать тем, и нам не нужно на самом-то деле. Так, кто защищает? Давайте кто-нибудь из новеньких. How should we position the troops?
Надо идеальная организованная засада. Аликите, хостес, ин информата мамидия. Мен are close enough to engage. Так, что у нас здесь? Там минус 2, минус 2. Так. Агрессия врага. Тоже нехорошо. А, тут и так агрессия врага. Дай тогда без минусов. Так, минус 3 лошади везде. Это плохо. Давайте, наверное, лучше логистикой пожертвуем. Восстановленные легионеры или боевой дух легиона. Но боевой дух легиона нам не очень нужен. Так, мы идем сюда. Даже не знаю, наверное, нужно перекинуть туда легион, чтобы захватить вот это вот место. Так, визитная карточка Викси. Ну, начинается. Деньяра, тяжесть легкая. Давайте поставим на лечение. Давайте даже она побитая чуть поможет нам. Так, ну я думаю, мы тогда на этом и закончим. Продолжим исследование этой деревни, которая, кстати, довольно-таки большая. В следующем серии. Не забывайте ставьте лайки, подписываться, и еще увидимся.